Необычный конкурс организовала редакция газеты «Сельский труженик» для жителей Вагайского района. Для участия в новогоднем косплее нужно повторить образы из советского кинематографа. Первые фотографии уже опубликованы на страницах газеты в социальных сетях. Читатели воспроизвели образы из фильмов «Джентльмены удачи», «Вокзал для двоих», «Морозко», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы». Итоги подведут 13 января. Лучшие фото напечатают в газете.